Хей, тебе приветствует Вархол в очередной серии Metal TV. Играет Ивайт. Ты его сегодня слышал. Вот, кстати, вот этот сингл с Даркусом. Вот, который я сегодня очень даже по сценой классно танцевал. Это мой коллега по новой сцене, подарок Электро. Вот, мы в животе тусили раньше на фестивалях Cyber Tension. Вот. Ну вот, короче, выражаю огромную благодарность группе Barry Jam, которая поддержала меня и помогла с пиплом. Вот, огромная благодарность. Бентеги, которая приехала с Киева, тоже выступила. Охуительно, могу сказать, вот. Тоже вам респект. Бетули, кстати, тоже респект. Black Metal высшей пробы, Raw Black Metal. Ну и Хигевальд, да, вот Хигевальд. К сожалению, камера села почему-то, от холода, видимо. Поэтому после вот этого моей болтовни, так сказать, ты увидишь то, что мне удалось снять. Обращаюсь ко всем, кто снял Torn Apart и Хигевальд, и Коляну, Амарту. Обращаюсь, Амарт, да. Сори, снова осели батарейки, Duracell хватает. Ну, в принципе, роликов я наснимал, две серии я наснимал только. Metal TV предыдущие, на вот и все. Так что Duracell — это не очень-то и качественные батарейки, я бы сказал бы. На часы, может быть, они покатят. Ну, короче, ладно. Так вот, на чем я остановился. Все, кто снимал Torn Apart, пожалуйста, скидывайте мне на Facebook. Под этим видео будет ссылочка на мой Facebook. Максим Вехов. В личку пишите мне, пожалуйста, и скидывайте фотки, видео. Пожалуйста, я хочу выложить все на канале, так сказать, знаменательное 20-летнее шоу моему проекту. Это мой проект студийный. Это третье выступление за историю, за 20-летнюю историю проекта Torn Apart. Да, Хигевальд — это было дебютное выступление, поэтому, извините, я честно, претензий у меня нету к клубу вообще. Звук офигенный. Звукачи офигенные, публика, молодцы. Вот, под Torn Apart вообще точнили жестко, блин, да. Под Black Metal не было, видимо, той целевой аудитории, которая под Black Metal бы махала хайром. Вот, поэтому, ну, шо ж, да. Вот, все не воюют в основном сейчас. Защищают наши кордоны от сепаратистов. Вот. В основном так, да. Вот, поэтому скидывайте мне видео, пожалуйста, и очень вас прошу. Вот, огромная благодарность Илье, LF Legend of Volium, Илье Саенко, за то, что он помог мне с организацией концерта, Евгении, администратору, тоже огромная благодарность. Вот, я вот могу сказать, что я лично продал всего 3 билета, лично я, да. Три билета продал, один два дня назад продал одному знакомому своему по безналу, и два билета продал за наличку, да, именно я, да, ну, да, я не тот самый, не кассир, вот, поэтому сколько смог, столько и продал, поэтому, вот, и извините, пожалуйста, меня, претензий у меня никому никаких нет, вот. Есть претензии только к самому, к себе, потому что я на сцене не выступал лет 5. Последний раз я выступал в 2014 году сессионным музыкантом в группе Life Illusion. Да, была такая группа, вот, в клипе снялся там еще, да. Ссылочку ты увидишь, это самое, на этот клип, посмотришь заодно на меня там. Вот, я там с короткой стрижкой еще, да. Поэтому у меня нету, честно говорю, нету у меня практики сценической. У меня проекты студийные в основном.
то есть объявляется набор, кто на парт, людей, которые не собираются ехать на заработки, а которые здесь стоят хорошо на ногах, так сказать, финансово подкреплены деньгами и смогут ходить на репетиции постоянно. И в следующем году я планирую сделать концерт 8 апреля в клубе «Лев», я думаю, да. Да, отметим мою днюху, вот. И отметим заодно, ну да, днюху отметим, вот. Проект «Егевальд» тоже будет отмечать свое 5-летие, вот. Надеюсь, что будет живой состав. Вот, «Егевальду» проекту 2016 года я его организовал. Есть уже несколько альбомов, синглов, которые изданы на кассетах и на аудиодисках. Вот. И даже вот этот сингл издан, вот тоже сейчас играет, издан даже на дискете, вот. Тоже на Fruity Noise Records, да, вот. Так что огромная благодарность вам, чуваки. Так что, пожалуйста, скидывайте видео. А, кстати, Колян, скинь фото нас с тобой, да, там, где я с тобой, ты сфоткал на свой iPhone, смартфон, там, не знаю, как он там называется. Вот. Так что все было жестко и классно. Мне очень сподобалось. Вот. И после этого видео ты увидишь, у меня камера села, вот, и сейчас села, да, тоже, да. Вот, ты смог снять два кусочка видео «Егевальд» на свою камеру с нормальным звуком. Ну, пожалуйста, скидывайте мне, я вас прошу. Я хотел бы себя разместить на канале. Вот, я укажу, разрекламирую вас, если вы там какой-то специалист, укажу там вашу страничку, если вы захотите, и чем вы занимаетесь, вот. Так что подписывайся на канал, ставь лайки, колокольчика у меня нету, вот. Так что «Кто на парт» тоже требуется, музыканты. «Кто на парт» требуется, я на Луксе разместил объявление, и в «Егевальд» требуется барабанщик. Ну, хотя бы барабанщик. Басист требуется, соло-гитарист. И в «Торнопар» требуется тоже барабанщик профессиональный, который сможет выгребать блэсбиты и пользуется хорошо карданом. Вот. И соло-гитарист нужен, да, в «Торнопар». И басист тоже нужен. Вокалист есть. Ну, в принципе, еще один вокалист нужен. В «Торнопар» нужен еще вокалист, который владеет вот таким, типа, вот такими вокалами экстремальными, то есть не только скримом. Black Metal скрим у меня есть, вот вокалист, да, в Бетуле играет, Redoslow, да, вот, Похотин Александр, вот, все мне устраивает, все охуенно. И вот, кстати, Дарбус тоже, в принципе, вот, можно будет как-то их совместить, и вдвоем будем, вот, два вокала в Евальде будет, да. Вот, а в «Торнопар» надо человека с гроулом, да. Вот, вокалиста надо будет. Вот, ну все, подписывайся на канал. Пока-пока. Все было классно, всем дякую, что вы пришли на концерт, поддержали меня. Вот, я тут еще полуночи нету, я тут вот сижу в одиночестве. Думаю, вот как раз взял это самое, поубирал там, где музыка не моя, у меня канал авторский, вот, короче, все, подписывайся на канал, скидывайте мне видео, пожалуйста, «Торнопарта», по кусочкам там, целыми песнями, если есть, да, и я хочу у себя разместить это на канале, да, это надо для промоушена, вот, спасибо огромное Богдану, например, который пришел, поддержал меня. Белояру огромная благодарность, тоже пришел, поддержал меня. Это из тех ветеранов, которые меня знают, мое творчество, знают меня давно. И еще с 90-х годов вот Белояр меня знает, да, он на Гвале играл, да. Вот, сейчас играет Eternal Battle, вот, в руке, да. Вот, играл в Хорсе еще, да, помню. Вот, так что вот огромная благодарность. Колену
Колян пришел с Юлей, да, с Юлей мы играли в Life Illusion когда-то на гитаре, да, вот. Юля приходила, и Коляну респект тоже пришел, поддержал меня и морально, и клуб поддержал, само мероприятие поддержал финансово. Огромная благодарность, да. Вот. Так что скидывайте фото, видео. Ссылочка на мою страничку на Facebook есть. Максим Вехов. Все, пока-пока. Да, совсем забыл. На мероприятии были на продажу мои. Вот я брал с собой кассеты. Тойна Парт дебютный альбом. Тойна Парт второй альбом. Тойна Парт четвертый альбом. Вот. Потом Хигевайт брал вот диск. Так что можете купить у меня. Поддержите сцену. Вот. Тут есть эти самые песни, которые исполнял. Вот. Есть еще вот Тойна Парт, тут 3 EP. Тоже тут есть песни, которые исполнялись. И есть еще на продажу DVD с первым и вторым выступлением Тойна Парт. 2000 год и 2001. Вот. Так что покупайте. Вот. У меня не было, так сказать, девочки, ни мальчика, кто бы был, все заняты, к сожалению. Какое-то стечение обстоятельств. Вот, люди, которые знакомые, они все заняты, работают. Жизнь до того людей довела, что они на концерты не ходят. Вот. К сожалению, да, семьи, деньги надо на жизнь, вот. Короче, не наши люди, вот. Я рокер, я всегда нахожу время и деньги для создания музыки, вот, сам издаю, вот. Это сам издат, вот, я сам дизайн делал, вот. На Улыксе можете посмотреть, цена 50 гривен, да. Есть там Хигевайт, вот. Это тоже я сам дизайн делал, это для Кульминес Рекордс я делал. Это тоже такой простенький дизайн, да, вот. Вот эта фотомодель я нанимал когда-то давно, в начале 2000-х годов. Вот. Логотип разрабатывал Юра Язычник. Вот. Это тоже модель. Вот. Это мой знакомый... Это мой знакомый друг на дебютном альбоме. Вот. Стихи пишет Джек Райпер. Вот. Так что, если ты рокер, то ты рокер до гроба. Вот. А если ты не рокер, то ты не рокер, короче. Вот. Что я хотел сказать еще. Все. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Этот альбом есть целиком, можно послушать для ознакомления. И этот альбом есть целиком для ознакомления. Этого альбома нету вообще для ознакомления. Кусками только. Этого альбома тоже нет для ознакомления кусками. Только кусками есть. И этот тоже как промка сделан там с болтовнёй. И эти альбомы, которые здесь, тоже также есть на канале для ознакомления с промки. И этот есть. И эти видео есть, то есть тоже в плохом качестве. Оцифровано с видеокассеты. Ну, тут оно в качестве, а там оно не в качестве. Поняли? Короче, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, включайте колокольчик. Пока-пока.
Продолжение следует...